Итак, друзья, в этом видео вы можете посмотреть, как я стриг классику своему гостю Алтынбеку. Вот такой вот получился результат. Видео получилось на 2,5 минуты. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Для вас займет это всего 2 секунды, а для меня это очень важно. И приятного просмотра. Как раз это вот где-то с 20-х числов началось. Ажиотаж был очень мощный. Вот как раз был сейчас, пораньше они освободились. Меня освободили, я мимо ехал. На всякий случай позвонил. Ну да, хорошо, что я пораньше. У нас вообще тут все выходят на работу, кажется, завтра, послезавтра. И как оказалось, с этого момента, середины стрижки, у меня микрофон не записал звук. Вот, так что запишу свой голос, воспользуюсь моментом и поздравлю вас с Новым годом, всех с Новым годом, чтобы все у вас было хорошо. Все поставленные цели в этом году осуществились. По стрижке, стрижка мне мне показалась очень сложной, так как я простриг бока, правую и левую сторону, задал форму ножницами. Вот, и потом снизу убрал все машинкой. И Алтынбеку очень сильно понравилось. Это была наша первая стрижка. На следующую стрижку он уже заранее записался. Так что вот, если вдруг вы захотите записаться ко мне на стрижку, я работаю в городе Алматы. Вот, и пишите мне в Инстаграм. И вот, оцените результат. Всем спасибо, пока.